Всех приветствую, всех, кто смотрит это видео. У меня сегодня опять хороший день. А я сегодня опять работаю там, где я хочу работать. А это уже здорово. И что ж, в общем, я сегодня вообще не рассчитывал вот так вот собрать. Как-то все тут с легким спотыкачом все как-то было. Но все же, то есть... Подзавис тут, не кормленный, не поенный, да, но очень хочется уже сегодня сделать, чтобы завтра, хотя не факт, что завтра, или послезавтра даже, вот где-то так, может, понедельник, то есть, получается, уже заточить их. Если честно, я уже мечтаю о любом из этих клинов для себя, но я для вас выложу. Если что-то где-то зависится, залежится, я его себе точно заберу, 100 пудов просто заберу. Вот люблю какой-то вот, то есть красоту в простоте, вот так вот как-то. Ладно, очень подробно и долго это будет в следующий раз, когда они будут заточены, когда будем делать обзор. А сегодня что меня еще задержало? Вот эта вот бритвка теперь вот из рога, черный рог буйвола, а должна была быть вот из этой штуковины. Но я сегодня что-то тут переусердствовал, начал вот так ее вот так ломать. О, пожалуйста. Она переваренная. Видали? Хотя предыдущие я мог согнуть прям вот так вот в кольцо, и там даже намека не было о том, что она лопнула. Просто те, кто мне делал под заказ, они мне маленько подсунули свинью, как говорится. Но я сюда проверяю. Такие дела, то есть, если я уж тут поиздевался и ничего не случилось, значит, я уже спокойной душой могу дальше продолжать что-то делать. И вот, то есть, экзамен, как говорится, не прошла на один материал. Ну, это ладно. Сделал, в общем, из акрила. Вот посмотрел, просто на сайте есть такая бритвка из этого акрила, ну, симпатевая прям, ну, удобная, красивая, здорово. Почему бы нет? Сделал из зерикота. Вот эти вот зерикот. И это черный рог буйвола. Объясняю почему. Давайте сразу скажу. Я пришел сегодня в магазин. Хотел что-нибудь там прокупить новенького такого, что у меня еще ни разу не было. Но, глядя на цены, глядя на объемы, которые там могут продать. А то есть там вот кусочком не продают. Там на одну-две бритвы нет. Поэтому я посмотрел и в итоге прикинул так навскидку, что бритвы у меня вот эти вот здорово взлетят в цене. А это никому не нужно, ни мне, ни вам. Я думаю, это так. И, в общем, я решил делать из того, что у меня уже закуплено. То есть, мне там предлагали, допустим, красное дерево. В прошлом веке оно так славилось тем, что ух, там красное дерево, там шикарно. Но красное дерево и зерикот – это небо и земля, к примеру. Зерикот – это само, что вот, зерикот – это само, что сталь против древесины в сравнении если с красным деревом. Поэтому судите сами. Мне кажется, тот, что материал у меня есть, он лучший из того, что можно еще где-то выбрать. Дальше. Я просто по-быстрому хочу все это. Вот такие вот штуковинки у меня получились. Ручки рисовал сегодня. Модные. Зеленый клин. Вот, вот такая вот модная штуковина. Это клинышек, который вот остался с всякими скорбидами, с прочим. Вот это все, что вылазит при термообработке, то и оставил. Прям, ну, нравится мне, ну, не знаю, вот эти вот карбиды, они прямо вот эта, то есть, сталь дала свой рисунок, который, в принципе, не должна была давать вообще никакого рисунка. Просто, в принципе. О, видите? Ладно, дальше. Это вот клины 100%. Как правильно сказал Виктор, это мой клин. Только я его делаю. Если где-то он еще и появится у кого-то, то это будет называться подделкой. Вот так вот. Вот тоже, видите, со всеми
структуры со всей этой, которую сталь показала, когда ей был сделан, говорится, шок путем нагрева и быстрого остывания. Поэтому вот она показала. Ах, не показала клинышко. Ну ладно, сейчас покажу. Раз, раз, раз. Опа. Что я не показал? Клинышки я вроде сюда показывал. Нет. Из той же древесины. Также. Тоже зерикот. Даже когда на пол роняешь пластинку, у нее звук какой-то такой металлический. То есть никак не деревянный. Но это древесина. Поэтому решил сделать из высококачественной древесины лучше, чем, допустим, вот с того же предлагаемого сегодня красного дерева. Думаю, нафига себе мне прошлый век. Да и смотрится он как-то так тоже, как будто мебель. Ну-ка, не вижу. Резкости вроде нет. Ага. Клинышко, обратите внимание. Это темно-синий, да, темно-синий. А там был темно-зеленый. Так. Это клин 75%. Ух ты, как надо его протереть-то прям секунду. Вот, как говорится, пускай еще не заточено, но товар лицом должен быть. Ну что ж ты. Опа, нашли резкость. Вот так я их подполирнул. Вы, может быть, помните, что они были более матовые. Ну, что-то вот сегодня просто зашел в мастерскую, посмотрел на них. Думаю, ну, все хорошо. Тут что-то не хватает, что прямо вот как-то в душе радостно стало. И взял их вот так вот, загладил. Вот. Да? Обратите, как говорится, внимание. А это вот уже, ну, как бы более классический вот такой вид оправы. То есть, подзакругленней. Зерикот 75%. Да. Клин, сейчас, секунду, хоть пару раз так вот двину тряпочкой. Вот, тоже все то же самое. Подчистил, подсветлил. И еще из акрила, тоже уже ближе к классическому виду все-таки. Красный здесь такой вот перламутровый клинышек. Все протирать надо, а? Правильно, тут сейчас вот только что вот закончил работы. И как-то не задумывался об этом сразу. Вот это вот английский клин. То есть форма, в смысле, английского клина. Но теперь он в новом свете русский клин. Все. Не могу уже больше. То есть уже сил нет. Поэтому оставляю все как есть. И уже буду показывать в следующий раз обзор готовых заточенных бритв. Посмотрим, как заточка пойдет. Я, конечно, насчет клина вообще как-то не переживаю. Там должно быть вообще все идеально просто. Причем я их постарался вывел, как говорится, по полной программе. Все. На этом все. Всем здравия, удачи и хорошего настроения. До новых встреч. До свидания.